Всем привет, с вами Бен, прямо сейчас мы и продолжаем гонять Far Cry 3. Ну, садись. Быстрее. Значит, быстро едем до места. Говёно. Быстро едем до места, которое нам назначено. Мы опоздали. Ну, я просто описываю то, что сейчас было. Мы опоздали на колонну, к которой мы должны были приехать до того, как к ней подвезут нашего друга. Мы опоздали. Просто Кастена началась внезапно. Я не рассчитывал. Я был немного отвлечен и не мог сразу начать запись. Поэтому, сори. Так, значит, сейчас едем быстро на точку. Нам нужно перехватить его на следующем. На следующем месте. Да ладно! А, боже мой. Да, я опоздал. Сотка инфа. Без транспорта. Илья! Вон там надо было спускаться, а я... Слушайте, нет, я могу успеть. 30 секунд. Бежим. Давай, Илья, давай. Илья! Зачистите район за 16 секунд. А, ну все, нормально. Я успел очистить район. Что, выступ? А, тогда. Ты, может, присядешь? Где же Оливер? Подожду Оливера. Прикольная команда. Эй. Вот я беспалевный, да? Стою на выступе, и меня по-любому не увидел. И я не могу убрать из рук этот аппарат. Так, какой-то из... Либо на вертолете, либо на машине. Оливер, давай. Кто из вас рискнет достать Оливера из кармана? Один. Два, три. Вот здесь он по-любому. Вот он. Кто, где? Желтым? Я понял. Удачного момента для выстрела. Ты мне... Я не могу убрать камеру. Какой выстрел, о чем речь? Не трогайте его, засранцы. Но! Оливеру больно делают. Может быть, я достану ствол? Но! Убейте охрану! Все, отлично. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. Конечно, нельзя. Это же бред. Ни хрена себе! Перезаряжай, блядь! На! Тихо, Илья, все, тихо. Оля сейчас умрет, по-моему, нет? Вот же как можно, о боже. Что это за ствол, я не знаю. Это не мой, я с другого привык стрелять. Нет, в это вообще нереально попасть. Я не знаю, что это за ствол, откуда у меня появился. Может, я его типа из машины? О боже. Оливеру. Пиздец. Да ладно! Да блять, Илья! Все, тихо. Я нервничаю, потому что этот говнюк. Ага. Да, давай. Боже мой. Откуда? Откуда вы там спаунитесь? Оливер, ты кого-нибудь убьешь? Нет? Ты против насилия? Давай, Оливер, давай! Я стрелял, как ломок криворукая, но ты давай, держись. Ты... Боже мой, терминатор.
Жесть! Оливер, ты просто... Ты кто такой, чтобы тебя так охраняли? И что это за ствол у меня в руках? Это не мой. У моей снайперки оптика не такая. Перезарядка не такая долгая. Миссия немного однообразная, а вам не кажется, ребят? Прыгай в катер. Прыгай в катер? Он меня слышит? Нет! Оливер, сюда! Фу! Я убил эту свинью. Не, подожди, подожди. Оливер, погоди. Прибыг до конца, дела, давай, да блядь! Давай! Чувак, слезай! Заткнись. Ну попал же! Нужно валить! Подожди, я убью эту свинью. Наконец-то! Какая ж ты... Чего? А, я, походу, был поврежден, да? Нет. Спасибо, что спас. Крутые татушки. Слушай, ты крутой выглядишь для пленного, нет? О, давай еще постреляем. Да, мне было мало стрельбы. Катер! Что? Держи катер прямо! Да не я надо. Я стараюсь. Все нормально. Быстрей! Мы отрываемся. Они спереди, что ли? Воу! Жесть, как же тяжело это говно управляет. Ужас. Чё, крузовик на мосту. Все, изи. Блин, нарисован коктейль, а его нет. Сзади, да, катер? Катер! Сука! Странный катер! Да ладно, стреляй. Тут по... Да, я понял, короче, тут бесконечный этот... Бесконечная... Как она называется? Веревка. Пулеметная... Не понял, как она называется. Как ее называют? Ребята, напишите. Патроны пулеметные такие. Связки. Связка? Так и называется? Связка? По-моему, нет. Ой, какая же тяжелая... Невероятно тяжело управлять. Это наш? Нет, не наш. Живьем? Давай только не живьем. Ну давай. Черт, чувак, вертолет. Да вижу я, спасибо. Вы что, блядь, издеваетесь? Да, походу. Я согласен с твоими эмоциями в данный момент. Как же неудобно управляется это. Пушка, ужас. Это мы дымимся, да? А. Слишком горячие. Слишком горячие парни. О боже. Лечимся. Миссия. Супер. Супер. Просто супер. О, я знаю, где мы. Садись. Что? Мы не сюда? Получилось, да. Ты спас меня. Чего эти кепку с тебя не сняли, я не понимаю. За отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство. Оли. Даже с выкупом. Дерьмо. Вы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Супер! Весело, задорно и не хардкорно абсолютно. Абсолютно. Никакого. Никакого. Да. Миссия, которая на 100% состоит из стрельбы, я, конечно, не лучше не сделаю,
Хотя, черт его знает, может, Лиза, сделал. Дейзи? Привет! Я нашел Оливера. Девчонки! Ой, палатка, девчонки. О, круто! Как я рад вас видеть! Я рада, что ты цел! У меня накрыло, как птицу над горячей плантацией! Что ты тут делаешь? Что это за место? Ну и крепкая травка. Никто не хочет думать, пока я ее не придушил. Я хочу... Эй, погодите немного! Тут просто рай! Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже да? нужно кое-что показать. Идем. Жопу покажешь свою? А, опять не жопу. Я ставлю крест для Гранта. В жопу? У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Покажи жопу. Найти Райли. Если с ним у тебя большая жопа, покажи. По тебе. Да? А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Чтоб жопу спасти твою? Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь, ты изменился. Да? Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю, мне хорошо. Мы так много над этим работали, и еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно, поняла. Ты устал, можем встретиться позже. Я люблю тебя. Жопу покажи мне лучше. Теперь иди. Это будет приободрить меня. Сильно. Ну. Ну. Ну, блин. Ну, как же так? Она тут целыми днями, да? То есть, что она сделала, я знаю. Движок починила, вот штурвал в прошлый раз починила, сейчас это. А вот это, вот, бессовестная, где? О, вот это. Она, блядь, сделала крест! Крест! Я убил сотни людей, а она сделала крест. А? Актриса. Лучше найди остальных. Лучше, блядь, займись чем-нибудь. Приготовь еды. Из песка. Куличики. Чем тебя в детстве... Чему тебя в детстве учили? Куличики умеешь делать? Актриса. Крест. Ты... Крест. Блядь. Крест. Обожаю кресты. Просто невероятно. Питер Эмси. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Его зовут Бак. Он полный мудак. На! Полный мудак! Шутки. Представляете? Так, значит, мне надо поменять волыну мою. Я знаю. Вот что мне нужно. Продать. Это дерьмо. Это дерьмо. Все, остальное дерьмо не надо. Теперь. Мне нужно кое-что создать. Что я могу сейчас создать? Медицинские препараты могу? Да, могу. Отлично. Заготовлюсь. Что еще могу? На восьмерочку давай. Так, это ладно. Бумажники. Значит, могу из шкуры свиньи. Но подожди, мне бы лучше, знаешь что? Патронтаж. Шкура буйвола одна только. Ну, блядь, ну что ж... Давай медицинскую сумку сделаем. Отлично. И сделаем бумажник. Отлично. То, что нужно. Хорошо. Значит, теперь.
Нам нужно отправиться... Поговорите с Баком. С Баком, значит, да? Ну ладно. Куда они курить пошли, я не понимаю. В дом по-любому же. Старик с моим другом пошли курить траву. Что это было? Блять. Даже у старика ворую, о боже мой. Как же я плох. Невероятно. Так, где этот баг теперь, мне надо узнать. Баг. Так, хорошо. В той стороне. Ищем его в той стороне. Баг. Вон там. О, отлично, есть. Да, отлично, путешествие. Класс! Доберемся фастом. Так, значит... Нравится это? Ну, короче... Эй, такое дело. Составить компанию. Я почти пришел. И... Рыбина? Мы можем очень славно. Эх, да пошло, но... Тут все такие сумасшедшие в этом городе, жесть. Бар. Мне нужно поговорить с Баком, ребят. О, боже мой. Ваше место возле параши, да? Молодой человек. Привет! Ты Бак? Ты Бак? День рождения не сегодня, но ты похожа Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. А, ну тогда ты умрешь. А, это он. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен кит. Джейсон, Джейсон, Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Я убью после. Найди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. Откуда вы это знаете? Я не понимаю. Не, хотя у меня есть догадка. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах. Тот, кто это переводил, это блядь, фанат. Кое-кого. В интернете. Тот искатель. В рунете-то есть. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Не чертов нож. Ой. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. Угу. Теперь я наемник, значит, хорошо. Без проблем. Привет! Ты ничем не лучше меня. Ты бы дал мне немного денег, если бы не был сукой. Да? Ладно. Мне надо вон туда. Куда? В море? А. Знаете, если честно, я не горю желанием идти в море. Не то, чтобы я не любил водичку. Типа. Но это довольно далеко, понимаете? Далеко довольно. Ну, раз все так, то здесь мы и закончим, друзья. Если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал, ставить комментарий и поставить лайк. Всем удачи я желаю. Всего хорошего. Пока!